Всем привет, сегодня снова с вами Басон, мы сегодня продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так как мы закончили последний раз на кладбище, и мы не смогли покинуть кладбище и вернуться в гильдию, потому что у нас прервется задание, мы решили сохраниться здесь и продолжить с этого момента. Начинается радость. Короче, просто так и просто так и все вы тонны понимаете. Какой-то голос тут говорит, что валяйте. Я сейчас тут уберу. До сундука хрен доберешься. Пытаются завалить. Так, опять воскрешение, нафиг это не нужно столько их. Я ещё ни разу не было. Так можно легко уже качаться, если не можете. Да ладно, уже перестань здесь это дерьмо. То так и попадает, то мимо проходит вообще. Сквозь нам кажется. О, убил. Ну тут сундучок еще. Откроем. Модификатор серебра. Они и так умирают быстро. Куда же там модификаторы ставить? Давайте откроем дверцу. Так, что нас здесь ждет? О, сундучок. 10 ключей. Начнем вопрос. Где теперь все ключи, эти сундуки с 15 ключами? Да ладно.
Тайный путь открыт. 36 тысяч просто по кладбищу. Ты получил новое задание. Зайди в гильдию за заданиями. Да ну, а я смогу отсюда телепортироваться? Гильдия героев. Зашибись. Надо было всего-то чуть-чуть пройти, чтобы сохраниться. Ну ладно, мы сейчас заново прокачаемся. И задание посмотрим, что у нас здесь есть. Хоть-то за головами. Разбойники похитительских жителей Глушевилля. Выследи банду и освободи пленников. Так, где у нас прокачка тут? Так, сила-то, в принципе, нафиг мне не нужна. Скорость. Купить 7 не могу, не хватает. Меткость. Хитрость. Нахрен мне сейчас нужно не магию покачать, охота. Так, ярость богов, уровень 3. На 4 дофигища надо. Так, что у нас еще можно? Щит прокачать, исцеление возможно, магическая сила, уровень. Тоже нету больше. 7 с лишним. Так, берсерк, щит, призыв. Так, а давайте качнем, у нас где тут градстрел был. Купить. На третий уже не хватает. Так. Портал Великолесии. Лагерь. Так, дубовый дол. Так. А это что там за задание? А, эти стрелки. Так, что у нас вообще по заданиям? Охота за головами. Так, Ридвуд. Это гейм. Ясно. Пошли туда. Потом сходим к нежити в гости. Давай-ка. Нам налево. Пришли сделать покупку. Ура! Так, сейчас мы кому-то будем жопу надирать. Герой, хвала Аву, что ты здесь. Разбойники, которых ты искал, взяли заложников. Они побежали в Чищобу. Может быть, ты их догонишь. Удачи. Я пошлю подмогу, если удастся. Давай, давай. У меня уже прям меч чешется кого-то зарезать. Говорят, за нами героя пустили. Если он нас догонит, а выкуп... Так что делаем ноги. Раздели, Боб. Ты с этим двинешь к рыбачьей гавань. А девицу мы с Рэбом отведем к чищобному... А тут пару ребят оставим. Пошли! Фу, ладно. Придется побегать за вами. Ну, лови. Тамана ты все равно не возьмешь. Мозгов не хватит. Стрелял одного, завалил двоих.
Да сдохни, ты уже надоел. Хедшот. Везло тебе, герой. Ну ладно, ты еще живы. Башка секирь. Ладно, погнали. Рыбачья бухта. Новая локация. На помощь! Герой, сюда! Давай, покажи! С нашей шайкой тебе не тягаться! Да ладно. Пощады не жди. Кто еще пощаду будет сейчас просить? Иди, мужики, пора умирать. Я тебя так запинаю. Да, с тобой возиться. Спасибо, что спас меня, герой. Но сестра моя осталась у вожака и его подручного. Я слышал, как они говорили, что поведут ее к Чищобному озеру. Иди туда, догони их. А я вернусь в Бауэрстоун. Здесь что-нибудь интересненькое есть? Сундучок. Кожаные перчатки. О, аж два места рыбной ловли. Ну, половим, посмотрим, что здесь можно поймать. Давай, ловись, рыбка. Ловись, ловись. Смотри, не сорвись. Давай, 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 давай. Опа. Попалась. А, я думал, ключ какой-нибудь тебе очередной. Ловим, ловим, давай, давай, давай. Попалась вторая. О, серебряный ключик. Тут еще одно место для рыбалки есть.
Да прям шикарно. Опа. Усы рабочего. Так, тут нечего больше ловить. Что у нас тут в здании есть? Ладно, так. Погнали. Что у нас там дальше? Куда повели ее? Буду на это смотреть. Двое сразу словили. А ты крутой герой! Но вторую заложницу атаман повел к Чищобному озеру. Тебе меня не победить, смотри! А что он зеленым отмечен? Что-то не заметил, я злой стал, что ли? Что-то как-то я не присмотрелся, что его вот зеленого убил, мне стал, как типа аура испортилась. А кто пощады просит? Все? Отстрелялись? Последний шанс! Или она мертва? Терять мне нечего! Я иду к тебе! Ты сдохнешь! Герой, ты самый лучший! Ты всех нас спас! Потрясающе! Еще раз спасибо, герой! Пойду в Бауэрстон, разыщу своих родных. Надеюсь, они вернулись в целости. Возьми вот это в награду. О! Подсказка первая. Так, снаряжение, бухло, ключи. Подсказка первая, где у нас? Так, что поиск начать, отправляйся туда, где яблоки тырит хобов орда. Первая, вторая, четвертая, пятая, шестая. Сундучок какой-то у нас тут. Я же открывал его.
Эликсир жизни. Эликсир жизни применим. Еще здоровья больше стало. Так, что у нас теперь? Ух ты, сколько ж у вас тут. Вижу их. Простите за все. Что-то они какие-то вялые. Что мне сделать? Так держать! А, ура! Какое проявление сил! Продолжай в том же духе! Так, кто тут где-то у нас еще был один? В упор. Так, где еще? И все. Разговор окончен. Да. Так, спасение Алой Мантии. Мамашу спасать надо, значит, нашу. Ну, погнали. Так, кладбище нежити. Принестись. И погнали на паровозе. Странно, что здесь тихо. Я думал, сейчас нежить полезет. Так. Ну, продолжим. Вот у нас открыт уже, поэтому продолжаем сразу гнать паровоз. Что там за кракен появился? Найти мою мать и спасти. Что тут за водоемы?
Так, зарядим-ка мы стрелы. Короче, здесь нечто больше быстренько. Она просто будет лезть тупо. И все. Больше буду здесь возиться с вами. Так, и куда мне тут надо? Понеслась опять. Тормозни где-нибудь уже. Тут сундучок. Темный кольчужный шлем. Что у нас еще здесь есть? Да сколько ж вас тут будет вылазить-то? Сразу быстро со всеми разобраться. Так, а у нас здесь что? Еще сундучок есть. Подожди, мужик. Да ладно.
для лам, ты будешь вылазить тоже. И здесь сундучок, и одни сундуки. Ну хоть бы что путное только упало. Короче, с тобой будешь бодаться долго. Господи. Все мертвы? Окончательно? Или еще воскресать будут? Зачем нас сюда поставили? Тут ничего не происходит. Ты как сюда спустился? Пипец, стрелял одного, завалил всех. Да ладно, так легко завалил. Эликсир здоровья. Сколько ж возрождений тоже. Эликсир вечной воли. Так, теперь пойдем туда. А ну-ка, стой! Нарушитель! А ты кто? Ты труп. Ah!
ну-ка, стой! Да-да-да. Стою, боюсь. Катана. Так. Все здесь чисто. Зелень набрал. О, и сундучок еще нашел. Капец. Куда мне столько этих воскрешений? Мне все равно они больше 9 не влазит. Че, маму нашу нашли? Я же сказала, еще раз меня тронешь, и я сверну тебе шею. Подожди, я тебя знаю. Нет, это какой-то трюк. Ты не мой сын. Этот подонок опять играет в свои игры. Но это ведь правда ты. И зачем ты, спрашивается, сюда явился? Теперь он заполучил нас обоих. Ну ладно, нам надо отсюда выбираться. Открой эту проклятую клетку. Да ладно. Че, валим отсюда? Мама. Ближе к кладбищу не пойду. Дальше какого черта? Взять его! Ты как сюда спустился? Уже недалеко, но надо спешить. Я вижу, тебя хорошо обучили. Не то слово. А ну-ка, стой! Весим маму. Опа. Джек? Ну же, тебе же уходить, не попрощавшись. Подонок. Твой сынок настоящий герой, дорогая Скарлетт. Ты знаешь, что ее объявили чемпионом арены? Ты бы им так гордилась. Должно быть, это у вас семейное. Это и участь сидеть в моих маленьких милых камерах. Ты мерзкий подлец. Отпусти его. Он ничего не знает. Да, а я думаю, он знает довольно много. Я преподнес ему печать чемпиона арены и через нее следил за каждым его шагом. С большим интересом смотрел, как он спасает всяких глупцов. Встречается со своей сумасшедшей сестрой. Тереза. Да, похоже, что твоя милая дочурка тоже жива. Она все ему рассказала о Ниче. И об этой вашей гнусной крови. А теперь, моя хорошая, ты мне расскажешь, где находится ключ. Мать права была. Давай, дальше? Устраивайся тут. Опа, поудобнее. Мы все мы скоро за вами за всеми придем. И тогда повеселимся как следует. Ты поссал, что ли, мудак? Ему тут понравится, да, Типс? Пойди к черту. Магию не могу использовать, весь голый. Снаряжение. Да ладно, все, забрали. Охренеть. Зашибись, мы в тюрьме. Все забрали.
Ничего нет? Да, и не надо этих ваших магических штучек. Они тут не работают. Хозяин постарался. Ну, зараза. Эй, я тут, в соседней камере. Ты, наверное, тот, кого сегодня огнем пытали, да? Я слышал, как ты вопил всю дорогу. Тут нечего стыдиться, брат. Они свое дело знают. И лысый еще к тому же, вообще зашибись. А погоди-ка, я знаю, кто ты. Ты этот, аватар, да? Который и арену прошел, и на главный приз наплевал во имя Уиспер. Ага, не часто у нас такие залетают. И что ты сделал? Мэра прибил? Али кого еще? Главный надзиратель, небось, сам не свой от счастья. У него ж сегодня день рождения. Тьфу, дрянь. Каждый год вытряхивает нас из камер и сушит на солнышке, чтоб не забывали, чего лишились. А после сует обратно. Это он, конечно, не по доброте душевной. Нас заставляют бегать в запуски по двору, а сами ставки делают. Победителя уводят главному в кабинет. И там... В общем, это слишком страшно, чтобы рассказывать. Но зато успеешь все там просмотреть. Там же не только книги да мебель. Да ладно. Что там за вопли такие? Ну, стражник идет. Интересно, чего на воле-то делается? Веселей, Потрох! Выходи из камеры! Пришло время забега! Постарайся нас не подвести! Кое-кто на тебя деньги поставил. Победишь, мы будем довольны! А проиграешь, пойдешь в пыточную. Забавно, да? Ха-ха-ха, забавно. Век бы слушал. Да ладно. Был бы у меня сейчас меч, ты по-другому заговорил бы. Так, вы, ничтожество, мне нужна грязная гонка с толкотнёй под ножками. Все ясно? Да ладно. Такой шкаф по сравнению с этими маленькими. Три, два... Раз. Хавай пыль. Ну ты как и значит, мразь. Это по-твоему бегать? Давай, это шевелись, червяк уродский. Ты кого червяком уродским назвал? Сюда, черепашки. Блин, получу меч, я твои челюсти все переломаю. Каждому из стражников причем. Сюда, черепашки отродье! Топай, топай, топай! Всех зарублю нафиг. Это по-твоему бегать? Это по-твоему бегать? Беги, беги, мразь! Топай, топай, топай! Браво! Вот и наш победитель. Охрана! Проводить его ко мне. Я же сказал! Тишина! Придется начать сначала. Да ладно. Тюремной пташки песнь робкая. Узрей же, воробья стремглавую отвагу. Эй, кто тебе разрешил двигаться? Я же сказал, не мешать. А ну назад! Узрей же, воробья стремглавую отвагу. Как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги. Бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв. Давай откроем один. Дневник ты, пуст. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру.
И чё там? Надо из трёх них типа найти нужную. Добро пожаловать в свой новый дом. Пыточную камеру. Мы с тобой тут позабавимся. Да, нам будет весело. Пипец. Мрак камеры поглотил разум героя. Мрак поглотил его жизнь. Еще один год прошел в заточении. Еще год пыток. Древняя благородная кровь в его жилах, сила гильдии, что они значили среди этих каменных стен? И все это время Джек из тени свободно разгуливал по Альбиону. Но героя не сломить, он обретет свободу. О, уже хоть. Сегодня волосы, особый день. Борода. И скоро ты это поймешь. Запихнем его в камеру с остальными. Опять в камеру? Так, так, так. Вот мы и снова здесь. Оставайся там, я сейчас к тебе подойду. Ты заметил, что вас в этом году меньше? Ха. Интересно, что стало с остальными? Интересно, где мои вещи? А, ты жив? Каждый год устраивается забег. Мы должны попасть в кабинет главного. Должны заполучить этот ключ. Не помню, когда носил нормальные тряпки. Конечно, трусы сделали с британским флагом. Вообще зашибись. Открывай ворота, давай. Веселей, Потрох! Выходи из камеры! Пришло время забега. Постарайся нас не подвести. Кое-кто на тебя деньги поставил. Победишь, мы будем довольны. А проиграешь, пойдешь в пыточную. Забавно, да? Ха-ха-ха, забавно. Век бы слушал. Давай, открывай уже. Так, правила все знают. На старт. Три, два, раз. Забег будет мой. Да ладно. Давай, шевелись, червяк уродский. Ты кого червяком назвал? Ты кусок дерьма. Ты скоро кормить их будешь. Сюда, черепашки отродье. Глаза мои хоть штаны есть, у меня одни трусы. Быстрей, быстрей! Быстрей, быстрей! Это по-твоему бегать? Быстрей, быстрей! А что это по-вашему? Это по-твоему бегать? Быстрей, быстрей! Опять ты! Я вижу, ты настоящий спортсмен, да? Жду новой встречи на высшем уровне. У меня в кабинете. Охрана! Да. Я же сказал! Тишина! Придется начать сначала. Серый лучший из цветов. Ах, серый лучший из цветов. Он так... подходит ей. Ради нее на все готов. Лишь стала бы моей. На севере живет она в сияющем краю. Опа, ключик нашелся. Ты, надо было сразу красных всему, не человек. Отличается от всех. И мое творение... не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад. В камеру. Зашибись. Ключик есть. Надсмотрщик потерял свой ключ. Из камер никто не выйдет, пока ключ не найдется. Пытки переносятся. То охранникам помогал. Теперь охранников надо завалить. Прям хочется завалить.
Палочка. Опять палочка. Наконец я свободен! Иди во двор. Так, что у нас тут есть? Мяско. Я вышел! Я готов. Жду тебя. Давай, выпусти меня. Ты готов? Свобода! Так. Надо отсюда свалить потихоньку. Только проверим камеры соседние. А потом тоже уйдем. Так. Опа, завалы. Маленькие усики. Что у нас здесь? Так, очередные камеры. Дай мне живого охранника. О, пришла бачите. Пора расплат. Мы отвлечем охрану, а потом тоже уйдем. Отвалите. Так. Пора рассчитаться. Опа. Сапожки. Хоть что-то. Зашибись смотрится. Ладно, погнали. Так, и куда нам тут гнать надо? Дай мне живого охранника. Мы отвлечем охрану, а потом тоже уйдем. Так. Дай мне живого охранника. Стой! У нас нет шансов, пока ты не найдешь свое оружие. Сначала ты должен найти свое снаряжение. Да и показано причиндалы. Ну ладно. Мы отвлечем охрану, а потом тоже уйдем. Так, где ж мои оружие? Месть сладка. Так. Опа, месть сколько сундучков-то. Пора рассчитаться. Перчатки. Пришла пора расплат. Отойдите вы. Шляпа, стражами, что тебе? Пришла стража пора придется? Расплаты. Рубашка стража. Брюки стража. О, мои вещи. Так, снаряжение. Набор. Светлая броня надеть. Шлем. Надеть. Дай мне живого охранника. Да забирайте. Месть слад. Месть сладка. Пора рассчитаться. Мы отвлечем охрану, а потом тоже уйдем. Где мой маман? Месть сладка. Я уже все жопы надеру. Месть сладка. Так.
Так, где моя мама? Мамочка, ты моя мама. Так. Снаряжение надо переназначить. Назначить место. Так. Шестерки. Так, валим отсюда нафиг. Скорей! Рычаг! Открой решу! Пошли! Дай пошли. Мне живого охранника! Да забирайте. Мать права была. Надо было в торговца идти. Обед скоро. Месть сладка. Ежи! А! Взять его! А не, погоди! Это же тот герой! Я вижу, тебя хорошо обучили. Пора рассчитаться. Что за... Уже недалеко, но надо спешить. Так. Дай мне живого охранника. Да забирайте сколько хотите их. Пора рассчитаться. Уже недалеко, но надо спешить. Всех прибью, гадов. Отомщу за себя. За оскорбление. Уже недалеко, но надо спешить. Да ладно. Пора рассчитаться. Какие же все говняки. Валим отсюда капитально. Че, по одному что ли за мной ходите все? Уже недалеко. Мы отвлечем охрану, а потом продолжим. Да задолбал ты уже. Уже недалеко, но надо спешить. Я тебе покажу нежить. Месть сладка. Уже недалеко, но надо спешить. Тут ничего не... Стоять на месте! Так, где там еще вы? Дай мне живого охранника. Стоять на месте. Я вижу, тебя хорошо обучили. Так, сундук открыт, ну и хрен с ним. Там ничего нет интересного. Пойдем поищем здесь. Так, погнали. Валим отсюда на всех парах. Оба-на, опять барьер, опять ловушка. О, блин, кракен типа, что ли, что такое? Помой.
По-моему, преграды связаны с этой тварью. Да. С чем же она еще может быть связана? Я сейчас эту тварь не наболит надо. Давай, давай, быстрее. Где там твои щупы еще? Давай свои щупы еще последние. Маму не трожь, слышь ты. По-моему, преграда связана с этой тварью. Давай, давай. Мама бронебойная какая-то попалась. И вообще пофигу, что там падает на нее, не падает. Внутри, по крайней мере, чуть больше стрел. Теперь мне надо пробежаться, собрать все эти. Так, ладно, погнали отсюда. Фуф, паровозы, мать вашу, а. Месть обжигала героя, и ясна была ему дальнейшая судьба. Эта тень Джека отравила всю его жизнь. Это Джек ослепил его сестру. Это Джек пленил его мать. А скоро власть станет безграничной. Вот говнюк, а. На реме тут заливал. Ну все, говнючело, тебе конец. Я смотрю, ты в конце концов чего-то добился в жизни. Стал человеком. Но тебе еще много надо сделать. Джек подбирается к мечу. Я это чувствую. Чтобы добыть меч, ему нужен ключ. И он знает, где его взять. Ключ спрятан в развалинах старого аббатства на Крючьем берегу. Ты должен найти его первым. У нас есть одно преимущество. Джек не знает, что ключ покажется только тому, в ком течет наша кровь. Поэтому мы должны найти твою сестру. Иначе Джек может ее использовать. Отправляйся в Черный лес и осмотри портал. Выясни, как его можно включить. Это единственный путь на Крючий берег. Но сперва у меня есть для тебя подарок. В твоей крови есть еще не пробудившаяся сила. Как всегда, шок. Неплохо, правда? Отныне я смогу говорить с тобой через твой амулет.
А теперь ступай. Я буду искать Терезу. Зуб Кракена. Твой амулет опять активизировался. Добро пожаловать домой. Так, гильдия героев. Свалим туда. Ты получил новое задание. Так, прокачаться. Скорость. Максимум. Меткость. Пока не будем. Где у нас тут? Магический уровень. Вот так вот. Рывок, берсерк, призыв, замедление времени, кулак воли, мультиудар. Купить или попробовать? Так. Ну, на этом, я думаю, мы закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. Всем удачи, всем пока!